Классическую, весьма иллюстративно полезную для любого кружка по изучению правил 2D аварию запомнил в минувшую пятницу один екатеринбургский видеорегистратор. Без 10:07 вечера стоял он под Красной на улице 40 лет Октября при пересечении с машиностроителей и стал свидетелем наглядной демонстрации одной из причин, почему велосипедистам нельзя гонять по пешеходному переходу. Велосипедёра сейчас тачка сбила. Сдается нам, что довольно глупо делить людей по признаку обладания велосипедом. Многие из нас утром едут на нем в гараж на правах велосипедиста, садятся в машину, становятся автомобилистами, а в обед шагают в кафешку за углом уже на правах обычного мягкого пешехода. Но кому-то явно покажется, что в слове, которое владелец видеорегистратора употребил, причем ошибочно указав инициатора, для обозначения двухколесного персонажа, ударение можно было бы и передвинуть. Велосипедёра сейчас тачка сбила.